Всем привет! Сегодня я буду готовить пиццу, и для этого мне понадобится хорошее тесто для пиццы. Я хочу с вами поделиться этим рецептом. Тесто получается очень похоже на то, которое делают в пиццериях. Для его приготовления нам понадобятся вот следующие продукты: масло, сахар, мука, разрыхлитель, яйцо, вода и соль. Для начала разбиваем яйцо. Добавляем чайную ложку сахара и чайную ложку соли и перемешиваем. Соль, сахар у нас растворились, все готово. Теперь нам нужно добавить масло, любое растительное рафинированное, либо 4 чайные ложки, либо вот как я беру 1 столовую и еще прям чуть-чуть, вот так. Сюда же я добавляю стакан теплой воды. Вода именно теплая должна быть, а не горячая. И я меряю так граненым стаканом по рисочку. Ну, примерно 200 миллилитров. И все это вымешиваем. Теперь начинаем готовить тесто. Нам понадобится муки. Я беру 2 стакана, также я меряю граненым. Мы его муку просто насыпаем вот так на стол горочкой. Сюда же мы добавляем разрыхлителя. Чайную ложечку. Делаем небольшое углубление в муке. И начинаем вот эту вот массу подготовленную, воду, сюда вливать. Вливаем и перемешиваем. Вот таким образом все вольем и замешаем тесто. Тесто у нас готово. Вот такое оно достаточно плотное, но мягкое. К рукам оно не должно липнуть. Вот у нас оно готово. Теперь нам нужно разделить тесто на 2-3 части. Из каждой части мы будем делать 1 пиццу. Соответственно, смотря какой у вас диаметр формы будет, так и ориентируйтесь, как вам удобно. На 2-3 части. Если вы не планируете сразу делать несколько пицц, допустим, то вот как я, одну я сготовлю, а вторую часть теста я просто приберу в холодильник. И она будет спокойно лежать у меня в холодильнике или даже в морозилке, можно заморозить. Она абсолютно не потеряет своих свойств. А эту часть мы сразу раскатаем и будем готовить пиццу. Наша основа готова. Теперь мы ее перекладываем в подготовленную форму. Я просто смазала растительным маслом. Духовку мы включаем заранее. Я включаю на 200 градусов, но это такой достаточно стандартный, скажем, температурный режим, потому что очень много будет зависеть от самой начинки. Чем более у вас сочная начинка, тем меньше лучше ставить градусов и тем дольше пицца должна выпекаться. Вот скажем так. То есть, если у вас будут более сухие продукты, то можно градус поставить и 200, и 220, и 240. Поэтому ориентируйтесь еще и на свою начинку. В принципе, я вам показала тесто. Начинку вы можете выбрать абсолютно любую, какую хотите. Самое главное, чтобы все продукты между собой сочетались. Само собой должен быть соус. Я беру томатный, можно взять майонез. Все, что вам нравится. В общем, у нас все готово. Теперь отправляем пиццу в духовку до полной готовности. И ориентируемся мы всегда на тесто. То есть начинка, она в принципе сама по себе у нас обычно готовая. Поэтому мы ждем, когда будет готово тесто. Смотрим, чтобы оно зазолотилось. Тогда, значит, пицца готова. Пицца у нас готова. Ушло у меня примерно минут, наверное, 40 на нее, где-то так. И минут через 10 я где-то прибавила огонек совсем чуть-чуть. Может быть, 210 у меня получилось, где-то вот так. Вот такая красивая пицца у нас получилась. Надеюсь, видно. Тесто получилось достаточно такое тоненькое.
Приготовление самого теста у нас буквально 10 минут, наверное, заняло. Все остальное просто на духовку. Попробуйте сами приготовить. Надеюсь, вам тоже все понравится. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.